Малиша Харва – 15-летний подросток из трущоб Мумбаи. Случайная встреча изменила ее жизнь. Она стала интернет-сенсацией и моделью. «Раньше я жила в трущобах, а теперь у меня будет хороший дом. Я арендую большой дом для своей семьи». 3 года назад актер и хореограф Роберт Хоффман путешествовал по Индии, в том числе посетил трущобы Мумбаи. Актер разместил ролик в сети о том, как Малиша учила его говорить на языке хинди, а также о том, что она растет без матери, а отец перебивается случайными заработками, воспитывая 2 детей. Благодаря этому девушка обрела популярность. Ее фотография появилась на обложке «Космополитен Индия». Индийский косметический бренд класса люкс Forest Essentials выбрал Малишу лицом своей компании, посвященной молодым индийским женщинам. «Сейчас я учусь в 10 классе. Из-за учебы мне приходится отменять многие съемки. Но после 12 класса я начну постоянно работать моделью». «Я просто надеюсь и молюсь, чтобы наши дети не столкнулись с такими обстоятельствами, через которые прошел я. Молюсь, чтобы она стала успешной в будущем». Успех Малиши в модельном бизнесе отражает меняющиеся взгляды на идеал красоты в стране, где существует культ светлой кожи. По последним подсчетам, ее аккаунт в соцсети насчитывает более 367 тысяч подписчиков.